Между Западом и Востоком такое название дали организаторы 13-й ежегодной складской конференции, которая прошла в Москве при поддержке РБК. Ключевым событием форума стала презентация обзора рынка складской недвижимости России от компании Knight Frank. В 2017 году мы увидели положительные тренды на рынке складской недвижимости. С одной стороны, продолжается поглощение, которое было в предыдущие годы порядка 1 000 000 квадратных метров. Восстановилась доля компаний, которые покупают складские объекты. Видим, что небольшой ввод площадей в этом году. И в то же время видим большой спрос. Скорее всего, вакантность будет сокращаться, которая сейчас порядка 10%. Складской рынок, он наиболее стабилен. Мы видим восстановление практически по всем регионам. В нашем понимании рынок стал гораздо здоровее. У арендаторов появились понятные и прозрачные планы собственного развития. И мы можем сказать, что рынок перестал быть долларовым. Это позволяет арендаторам, в принципе, достаточно разумно прогнозировать то, что они хотят. А нам, собственно, предлагать им то, что они хотят. Произошло очень серьезное вымывание именно профессиональных логистов. Их уровень капитализации был недостаточно низок. И их экономика очень сильно зависима от того, что происходит со ставкой. Мы будем наблюдать еще какое-то время уход с рынка большого количества профессиональных логистов и их консолидацию.